Алло, это кто? Алло. Это кто? Я звонил по номеру Куда? телефона, хотел связаться с компанией «Северный ветер». Я туда попал? Для чего? А? Для чего? Ну, знаете, о деятельности я хотел бы, может, какую продукцию производите, заказать, может. Это кто? Ну, интересуюсь просто. Это начальник службы безопасности. Что хотели? Службы безопасности? Да. А Это как? закрытое учреждение, ребят. Как закрыто? Это теневая корпорация. Вам для чего это нужно все? Как это Не надо сюда лезть, ребят. И забудьте сюда дорогу, если не хотите неприятностей. До свидания. Это угроза? Это предупреждение. А какие неприятности могут быть? Узнаете. А вы... Алло. У вас откуда этот номер? А вы кто? А вам кого надо, блин? Руководства сейчас нету. Ну, а вы службы безопасности, а должность какая? Ну, и что? Руководство здесь не живет. Ну, а должность у вас в какая? России его здесь нет. Оно здесь отсутствует полностью. Ну, давайте познакомимся. Вас как зовут? Я уже знаю, с кем я разговариваю. Знаете, да? Антон Булгаков. А вы кто? Ну, не важно, кто я, и не важно, что я. Вы Руслан Константинович Романов? Его сейчас нету здесь, он уехал. А вы кто? Я же сказал, кто я. Кто? Ну, вам зачем это знать, Антон? Ну, вы же знаете. Для чего вам это все? Вы... Зачем вам это знать? Кто и что это? Ну, с человеком хотя бы пообщаться, как вас зовут-то. Вы понимаете, что существуют параллели, порог, переход, через который может быть летальным. Летальным? Конечно. Закончите свою карьеру. Вы то бишь будете простым человеком, работающим дворником. Вам это зачем нужно? Вы мне... Это теневая структура, стоит в тени. Никто из руководства с вами разговаривать не будет. До свидания. Можете записывать, вылаживать на YouTube, мы все знаем про вас. До свидания, Антон. А вы откуда знаете Олесю? Не понял. Ну вы Олесе с какой целью звонили? Я звонил. Ну да. Я же повторяю еще раз. Звонил руководитель. Я при чем здесь? Сейчас руководителя нет, я остался. Он уехал давным-давно. Ну у вас... Еще вчера уехал вечером. У вас имя-то есть? Вам зачем это нужно? Ну, интересно, просто... Может... Не надо вам этого знать, не стоит этого делать. Пробивать этот номер тоже не советую, он зарегистрирован на другого человека. До свидания, Антон. А добраться до компании «Северный ветер» не получится. Ничего нигде вы не узнаете, даже в интернете. Да. Это теневая структура, которая стоит в тени. Ничего нигде про нее нету. Как это нету? Они обязаны? Потому что нету, потому что это закрытая корпорация. В налоговой должны зарегистрированы? Нету там ничего. А как так? А где он? Не найдете. А где он находится? Головной офис находится в Нью-Йорке, ребят. В Нью-Йорке? Да, не здесь. А каким образом вы... Вот таким образом. Дела в... Не стоит вам этого знать, каким образом. Шмони, напомните, сел. Это кто? Надеюсь, не хотите повторить его судьбу. До свидания, Антон. Удачки вам. Удачки.